силы добра! Все ко мне сюда! Говорите! Говорите! Не вижу! Вот теперь вижу. 25 детей у тебя. И всем по 10 лет! Понимаете, я учительница математики в школе. Ну и что тебя привело ко мне, дочка? Хочу кое-кого приворожить. Сможете? Фотографию принесла? Вот. А ты красавец! Понимаете, это Вася Сидоров. Он учится в моем классе. Мало того, что он двоечник и лентяй, так он еще и жуткий хулиган. Он мне каждый день кнопки на стул подкладывает. Сидоров! Я его и ругала, и двойки ставила. А он все подкладывает и подкладывает. Подкладывает и подкладывает. Сидоров! Я уже и отца в школу вызывала. 3 раза. Сидоров! Ничего не помогает. Не волнуйся, миленькая. Я его так приворожу, что он и тебя полюбит. И эту математику твою. И будет, как шелковый будет. Земля, вода, небо, земля, вода, небо. Неразлучны всегда. Сахар, соль, любовь, морковь. Сахар, соль, любовь, морковь. Кровь! Здравствуйте, ребята, садитесь. Ой. Да, Вася. Елена Петровна, можно я сегодня пойду отвечать? Я вдруг понял, что математика – это мой любимый предмет, а вы моя любимая учительница. Я обещаю, что буду учиться на 1 пятерке. Спасибо, Вася, это так приятно.